многие просто мечтали, когда же мы покрасим вот эту лавочку. Мы уже с Васей подумали, может ее лаком чем покрыть. Гладкая такая стала, все нормально. Красивая, Матвей? Да. Да, нравится? А что, она лаком, мне кажется, красивая тоже будет, да? Да, так что вот, что-то... Посоветуйте. Посоветуйте. И лаком, и краской лучше. Ну так-то видишь. Мы уже краску купили просто. Пишите вот, кому как нравится больше, да? Или покрасить, или ваком. Не покрасить. Так-то гладко. Всё. Пробуй. Я тут, видишь, ее закруглил еще. Угу. Садись. Нормально. Нормально. Нормально, да. Краска просто сохнет 3 дня. Какая? Вот эта краска? Да. Да ну, он же говорил, что вы это быстро красите. Ты на банке прочитала? Угу. Нифига себе, 3 дня. А как мы будем кушать? На чем сидеть? Стоя. Стоя, да? Да. Апельменты. Что у нас стоя же есть? Пела детей, на как мы потом мы с тобой сеем. Собачка прижилась у нас. Мы ее подкармливаем. Она даже носу гавкает. Так-то хорошая собачка, она это кур не трогает, да? Ничего не трогает. А на чужих лает. Умка тоже с ней подружилась. Ага, особенно вчера. Он к ней приставал, так она его цапнула. Уже завизжал, блин. А что-то он это, ногу где-то поганил. Да. Ломает. О, видишь, отходи. Папа, отходи. Я нифига вообще не вижу, что там есть какой-то это. Потому что это идет от этой с бани же. Вода должна сюда стекать. Может, они сюда ее положили, чтобы вот эту закрыть вообще? А? Они же тоже не знали, зачем она здесь лежит. Ну вот я не вижу здесь, я же поднял ее, смотри, там нету никакого отверстия. Может ее просто сюда вот передвинуть и закрыть. Что-то я уже... Фонарик, ага, точно, Матвей, правильно, тащи фонарик. Сынок, иди сюда. Ну, добродетельный. Иди сюда, я же здесь. Вот, молодец. Давай, посмотрим сейчас. Что там? Если там не будет люка, то я тогда, наверное, это... Но его и нету здесь, люка никакого. Нет? Не. Сюда будем передвигать его. Так как? А как вот? Фиг его знает как. Лебедку бы, да? Наша бы лебедка-то не помешала бы сейчас, а мы ее оставили. Отходи, отходи, я сейчас буду это опускать ее. Так. Все понятно стало. Просто нам, кто продавал дом, бывший хозяин, говорил, что здесь еще одно отверстие, ну, люк вот под этой плитой. Оказалось, его нету, что люк вообще вот здесь. И по идее, тогда ее надо сюда будет, вот эти доски все убирать. Но опять потом это, как вот туда добираться, да? Угу. Положим туда, а потом что будем делать-то? Вдруг надо, там уже кран есть. Все, воду перекрывать. Перекрывать воду. Или забетонировать и люк сделать так-то, по идее, надо. Ну что, готова наша лавочка? Куда же побежал сынок? Ой-ой-ой, оставь ее, Матвей. Сегодня будем делать шашлык. У нас много дров. Это виноград. На винограде будем делать. Не знаю, хватит, наверное, сколько на угли. По
Подожди. Хватит, понятно. Что останется, мне кажется. Что говоришь? Останется. Да ну. Это же там они тонкие. Вот, синий. И что, вот трава какая выросла, да, после дождика? Быстро растет вообще. А здесь спички-то взяла? Да. Вот они. Вообще на улице благодать стоит такая. Тепло, да? Ветерка нету. Ну был. Я когда притащила машину. Чем ветер сильный был. Все, машину помыли, вроде бы дожди закончились, да? Угу. Я знаешь, что уже подумала? Может потом это картошки что-то кинем? Печенки? Ну, сделать. Можно. Свежие. Как будто. Попалась. Ладно, я потом. Все, сейчас разожгем, потом покажем. Что ты покажешь? Какой огонь как будет? Есть будем, шашлыки покажем. Да. К нам пришла ящерица. Поползу. Побежала. Ну все, убежала. Вот она, Наташа, убирай руку. А он забралась. Она, походу, сбежала. Вот, саму. А, вон она! Где? Вон! Смотрит. Наташа, что ты нарисовала? Это пришелец, который захватил нашу землю. Нашу галактику? Да. Вот такой человечек у него получился. Одну партию мы уже поставили. Нет, у нас здесь кепчик. Тут вот красный у нас с кепчиком, а это с майонезом просто. Какие у нас красота такая. Вот такая вот. Мне этот цвет напоминает на... эти крабовые чипсы. Когда ты накрыл одной рукой тлеющие угольки в другой руке, ты и ухом не повел. Вот тогда я понял. Маша печет блинчики и смотрит сериал. Решила поставить под блинчиков, вот хлеба нету. Что-то вчера забыли, да, купить? Ну. Оказывается, мало было хлеба. Хлеб, кстати, быстро разбирают и уже к вечеру. Хлеба нету. В магазине. Редко, это когда попадет, еще есть. У нас тут 2 дня были дожди. Ветер сильный. Полило все. Хорошо. Поливать не надо, да? Землю хорошо, но она пропитала. У нас кошка любит блины. Ну то сволочь, она их любит. Сейчас я вот. Уплетает за обе щеки. Что, еще надо? Сейчас. Ладно, ладно. Она не любит, когда ее снимают. Кушай на здоровье. Тут вот клубочком. Одним глазом подглядывает. Это наблюдает. Мы специально шторы заправили, потому что котята лазят. По шторам начали лазить. Подняли их вверх. Чтобы они их когтями не сарапали. Если их в зал перевесить, то они тоже там... Они и там лазят. Там еще больше, там же диван стоит. Они по дивану и на них, на шторы будут лазить. Так что пока котята маленькие... Так будет. Потом выгладим их по-моему. Ел! Молодец. Сейчас достряпаем блинчики. Съездим в магазин. Заберем детей, поедем в магазин, приедем, и надо докрасить нам будет. Потому что 2 дня шли дождики, и еще намочило, и ничего мы не делали. Там осталось немножко всего. Не успели докрасить. Все, всем пока, до новых встреч. Всем пока.